конкурс дети читают стихи. Чтец Абрам Роман Станиславович. Автор стихотворения Александр Сергеевич Пушкин. Возраст. Зимнее утро. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Откройся мутной негой взоры. Навстречу северной авроры. Звездой севера явись. Вечер, ты помнишь, юга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела. А нынче посмотри в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь синий зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке, но знаешь, не велеть ли в санке кобылку бурую запрячь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня. И посетим поля пустые, леса недавно столь густые, и берег